Ребята, всем доброго времени суток, всех рад приветствовать в нашем канале Криптозомби. Ребята, в этом видеоролике хочу сделать обзор на новый проект. Проект находится в сети Binance, да, проект, сразу хочу сказать, релизнется в конце мая, то есть, ну, в принципе, через месяц, да, плюс-минус. Также хочу сразу сказать, проведу розыгрыш. Давненько я не проводил розыгрыш и ничего не разыгрывал. Прошлый месяц выдался довольно-таки удачный в плане этого, и поэтому я решил вознаградить, сами знаете, админ не жмот, туда-сюда, в принципе, можно. О условиях розыгрыша скажу чуть позже. А перед началом видеоролика, как обычно, хочу подписаться на наш телеграм-канал, вайтлисты, аирдропы, обзоры NFT-игр, все, что связано с NFT-играми, способами заработка. Также проводим иногда розыгрыши. Ссылочка будет в описании под видео, закреп, переходите, подписывайтесь. Итак, ребята, MetaBomb. Услышал про проект буквально недавно, буквально на днях, сразу решил посмотреть, и очень сильно он меня заинтересовал по нескольким причинам. Первое. Те, кто уже в криптоиндустрии, в криптоиграх находится, наверное, более чем полугода, помнит знаменитых бомберов. Я в свое время, когда еще была возможность, когда он только набирал обороты, мог войти в этих бомберов. Этого не сделала, познайте по какой причине. Я посмотрел, как выглядела игра, кто помнит бомберов, да? То есть, добрый вечер, 2000-е вот эти года, когда была Sega, я такой, да ну, говно, скипаю, типа, все. А по факту это был вообще гем-гемище, и там люди заработали, дай бог, дай бог. И вот этот метабомб очень-очень сильно напоминает конкретно тех бомберов. Именно поэтому я решил заострить на нем внимание. Сейчас расскажу вообще по проекту более детально, по цене входа. Я надыбал инфу, сколько будут стоить коробки, как влететь. В общем, много-много-много. Давайте начнем вот здесь с разбора сайта. Вообще посмотрим, как это выглядит. Значит, у проекта будет токен MTB, да, но, ну, я так понимаю, это MetaBomber токен будет, да, значит, один MetaBomb — это игра с простым геймплеем, подходящая для всех типов игроков. MetaBomb открывает мир метавселенной, где игроки могут зарабатывать на нем реальные деньги. То есть, в принципе, как геймплей видите, вы можете, кстати, поиграть в демку уже, это будут те же бомперы, только более, конечно, крутого качества. Ну, то есть, конкретно крутого качества, не то вот эта сеговская херня, да. Значит, игра уже работает 2.0, в принципе, здесь есть видеоролик, не будем его смотреть, кому интересно, ссылочку на сайт я оставлю, здесь вся информация, и соцсети, white paper, все будет, кому интересно, можете глянуть, геймплей там, в принципе, показан и расписан. Игровые персонажи тоже, ну, обычные NFT-шки, на этом особо не будем. Будет несколько видов игры: сундук, ферма, охота на боссов, битва на арене, PvP, турнир и строительство и аренда. В принципе, тоже как все и везде. Вот на дорожную карту хочу обратить внимание, потому как я просто обожаю, когда расписано вот так конкретно аж по неделям, просто понимаете, месяца, неделя нету, вот это пункт 1, пункт 2, пункт 3, ты не понимаешь, когда этот пункт произойдет. Давайте здесь начнем, так как у нас уже в данный момент 11 апреля сегодня, посмотрим. Аудит смарт-контрактов сделано, я делаю, так понимаю, я запускаю список DEX, тестовая игра в сети Binance, торговая площадка, NFT-продажа, события и вставки. И, как я сказал, по поводу запуска, значит, открытая бета-версия в основной сети, начало мая, веб-версия, режим фермы, сундук, режим охоты на боссов, официальный запуск, строительство, аренда и NFT-аукцион. И уже в июне у нас выйдет, по заверению разработчиков, Android и iOS-версия на телефоне. Мини-игры, PvP-режим, дальше досматривать уже пока не будем. Я считаю, что, в принципе, середина, конец мая для запуска игры уже приемлемо, уже приемлемо. Вот, здесь немножко они сейчас поговорят о токене BBA, официальный адрес контракта в скором времени появится, как я уже сказал, токен будет у нас на сети Binance, то есть, ну, BIP-20, это хорошо, это хорошо. Давайте посмотрим по токеномику, что вот вообще, значит, общее предложение 1 миллиард токенов, блокчейн Binance, частная продажа 12,8%, публичная, 30% у нас играется, то есть, соответственно, уйдут 30% токена идут в игру, 10% внешняя заставка, 20% в команде, многовато, ну ладно, 12 маркетинг, 5 ликвидность и 3 советникам. Вот, в принципе, нормально. Еще один из очень таких хороших плюсов, это то, что у нас команда открыта, все ссылки кликабельны, то есть на этом линке можем почитать. Это очень-очень хорошо. Ну и пару советников, партнеры. Это все хорошо. И вот что они уже сказали, аудит смарт-контракта, ребята. Что-то я говорил, да, обратите внимание, когда очень круто, что они делают разбор, то есть когда расписывают этот самый дорожную карту, да, именно вот так, аудит смарт-контракта, аудит смарт-контракта есть, все, с этим понятно. И здесь давайте поговорим немножко, сейчас покажу по цене входа, не буду очень так сильно детально уже показывать вот этот самый white paper, да, просто покажу по цене входа, сейчас найдем,
Значит, вот, у них будет здесь начать играть можно будет тремя способами. Ящик героя, разбить мета-сундук и купить персы на торговой площадке. Я сейчас детально, чуть-чуть вкратце, ну, быстренько расскажу, что это из себя представляет. Значит, у нас будет три типа коробок: обычная, премиум и ультра-коробка. Вот таким образом они будут выглядеть. Здесь можем посмотреть, значит, цена обычной коробки $20. Это линик гем, ребятки. $20, не 100, не 200. И даже для таких лоу-банков, как я, это очень приемлемая цена входа. Согласитесь, это очень приемлемая цена входа. И здесь они сразу, что вот мне вообще нравится, они расписали, то есть вероятность выпадения героя общий, то есть комонка 90, редкий 10%. Все, другого выпасть уже не может. Премиум коробка $100, общий, редкий, эпический, уже 15 для редкого и 5 для эпического. И ультрабокс $1000, да, а согласитесь, ну блин, прям $20 и 1000. И тут они дают 60% выпадения на редкого и 5 на легендарного. Ну нет, ребята, уже извините, но за $1000, я считаю, редкого в принципе уже в коробке не быть не должно. Ой, то есть общего уже в принципе в коробке быть не должно от слова просто совсем, да? То есть, ну и все, вот в принципе понятно, по цене входа понятно. Давайте здесь еще кратенько разбить вот этот мета-сундук. Еще один из вариантов входа: при уничтожении одного мета-сундука игроки случайным образом получат один из трех типов ящика героя. То есть вот эти ящики героя, один из трех типов мы получим при разбитии. Ну и, соответственно, сама торговая площадка, то бишь Marketplace, да, здесь можно будет покупать только за токен МТБ. Это хорошо. То есть здесь не будет там BNB либо BUSD, да? То есть хотите купить героя, покупаете токен и покупаете, соответственно, героя уже за игровой токен. Очень хорошо, очень радует. Почему? Потому как цена токена в данном случае, как по мне, должна, в принципе, расти. Так, здесь больше. Здесь еще можно на самом деле поговорить и о заработке, и о токене более детально. Кому интересно, я сказал еще раз. Ссылку оставлю в описании под видео, да, можно будет перейти посмотреть. И еще, что хотелось бы сказать, ребята, одна моя рекомендация. Я этого никогда не говорил, советую подписаться на все соцсети. Ну, ладно, не на все, я подписался на Discord и подписался на Twitter, объясняю почему. Так как проект на стадии запуска и через месяц стартует официальный релиз игры, я думаю, должны проводить какие-то дропы. Хоть и так цена входа на маленького, то есть на самую простую коробку $20, что действительно, ну реально, это очень немного. Попробовать затащить что-то бесплатно, почему бы и нет. И я думаю, что что-то, какой-то розыгрыш будет. В общем, ребята, вот такой получился у меня обзор. Да, сейчас я еще расскажу за розыгрыш. Считаю проект очень интересным, цена входа небольшая, смотреть, плюсы я тут показал все, что я думаю по проекту. Я думаю, это будет гем. Если все вот идет, пока идет, это будет 100% гем. И теперь, что касаемо вообще розыгрыша, разыграю, ребята, $20, думал 30 или 20, как обычно, да, буду делать пару розыгрышей, вот, но решил, это будет немного прикольно, да, то есть... Коробка у нас стоит $20, разыграю $20, хотите, можете попить пиво, можете потом купить себе эту коробку. Для условий розыгрыша быть подписанным на YouTube канал, поставить лайк этому видео, написать комментарий. И также просто порекомендую подписаться на наш Telegram, потому что результаты розыгрыша буду выкладывать у себя в Телеграме, а не на Ютубе, потому что я буду снимать конкретно на видео, чтобы я не делал, как некоторые блогеры, да, типа оп-оп-оп, и ты понимаешь, что выиграл, по сути, человек, который не выполнил условия. Я буду через random.org покажу, то есть мы проверяем выполнение всех условий, и это видео опубликую у себя в Телеграме, чтобы все было честно. Кто выиграл, тот и получит $20. На этом, ребята, у меня все. Если видео было полезным, подписывайтесь на канал, ставим лайк, пишем комментарий. Всех обнял, приподнял. Всем спасибо, всем пока.